Нам вернут бесплатные алмазы. Что же там можно будет получить бесплатно? И, естественно, скин, который должны добавить. Всем салам, всем привет, с вами Адекс. И сегодня в этом топовом видосике хочу показать то, что нам, по идее, должны скоро вернуть. Это самая главная мечта, которую хотелось бы, чтобы осуществилась. Вы нажимаете максимально на лайк. Естественно, подписывайтесь и комментируйте. Кстати, хочу вам показать одну топовую тему, которую сегодня повыбиваем. Это новый джекпот. Его все-таки наконец-то уже добавили нам на регион. Сегодня мы повыбиваем и посмотрим, сколько алмазов нужно слить. Но перед этим мы, естественно, посмотрим временные алмазы Free Fire. Мечта тупо номер два, потому что это бесплатные алмазы. За них можно получать топовые скины. Вы сейчас можете увидеть на экране, это то, что у нас было когда-то на другом регионе. И вы можете заметить, что два скина так и не добавили нам на регион. Хотя столько времени прошло, и по идее должны были добавить. У меня на аккаунте их нет, поэтому я думаю, то, что не добавляли. Если вы думаете, что его добавили и видели, что вот этот вот желтый скин нам добавили, напишите в комментах, будет реально посмотреть интересно. Но сейчас мы посмотрим, что же можно было обменять и что можно будет получить, прикиньте. То есть это вообще шикарно. Вы офигеете с того скина, который я нашел. И посмотрим, это фейк, не фейк. Вот. Начнем просто с самого начала. Что можно было получить на другом регионе. Как вы можете заметить, один скин у нас он точно был на регионе. Это второй. Дальше. Здесь, в принципе, пушечки. Окей. Здесь есть стеночка. Ладно, бывает. И вот здесь тоже прикольно. Здесь был скин на машину. Даже на две машины. Вот такой вот белый скин был, прикиньте. Также, естественно, парашют и все. Здесь. Это уже, как только говорят, что типа слухи, что могут еще добавить. Добавить могут типа две эмоции. Вот такая вот боях. И вот такая вот боях. Прикиньте. Это еще не все. Здесь есть скинаук. Вот так вот. Дальше другой что-то регион, да, здесь говорят походу, то, что здесь есть скин на стеночке, смотрите, вот такие вот разные стеночки, и это еще не все. Так, секунду, вы поняли, да, сейчас, что здесь показывается, поняли, нет? Типа, на каком-то там регионе, или это, ну, слухи, то, что можно за алмазы бесплатно получить вот этот вот скин, прикиньте, целый наборчик, вот этот топовый. Типа его добавили туда, и все. Честно, я не верю в это. Мне кажется, это какой-то бред вообще. Но это не может быть, типа, ну, или это фейк такой жесткий, или это реально добавили уже. В общем, будем ждать. Надеюсь, это нам вернут, потому что это всем выгодно. Бесплатные алмазы, если возвращать в 2021 году, это будет просто топовая тема, потому что скины там дофига. Там есть пушки и еще вот такой топовый набор. Пишите свое мнение в комментах об этом. Если вы не знали, то нам уже добавили желтые штаны ангела. Как это можно будет посмотреть? Просто заходим вот сюда. Заходим в ангелы. События. И что здесь есть? Это вообще писец. Я это вам показывал уже так давно, пипец. Но это вот только сейчас добавили. В общем, здесь можно изучить все то, что я показал вам когда-то. Прям целый, я вам все то, что показывал, вот это добавили. Здесь, ну смотрите, это окей, вот. Это новенькое. Ну прикольно, зачет, окей, дальше. Тоже прикольно. Тоже прикольно, тапочки. Думаю, имбово будет. И штаны. Ну вот, блин, я вот не знаю, может это я один такой или что. Ну вот мне кажется, эффект... Вот хз, вот напишите свое мнение, вот вам зашли те штаны ангела или нет. Просто вот честно скажу, вот мне эффект вот чуть-чуть не нравится. Я не знаю почему, но мне кажется, что он будет вот так вот мешаться потом. Сначала будет нормально, прикольно, а потом будет мешаться как-то. Вот почему-то так думаю. Вот видите, вот смотрите, вот на ноге, вот этой левой, да, маленький эффект. Вот прикольно. А здесь вот напылает прям, да, это жестко, круто. Но оно может так потом будет мешаться, жесть. Типа, но они отличаются, конечно же, типа, от обычных штанов ангела и от красных, это понятно. Но хз, вот напишите, или я один такой, или что.
Курточка, да, довольно-таки здоровая, прикольная. В жизни хочется такую же толстовку, писец. Подарите обязательно. Вообще жестко прикольно. Ну, вот так вот, короче, можете посмотреть. Интересно, сами чекните. Тупо легендарная гильдия. Ребят, свитшот для вас. 5 мест есть. Обязательно пытайтесь заходить к нам. Пишите мне в ЛСВК, то что хочу в гильдию и свою статистику. Да хватит. И спамят. И не перестают. Это что за настойчивые такие парни у меня в друзьях-то? Так, окей. Один жетон. А мне же 15. Сейчас будет как... Какая сейчас будет жесткая вибрация. Оп, сюда. Один жетон. А что такое-то? А что так мало-то? Я не понял. Это что это? Подожди. 15 тысяч алмазов должен слететь, что ли? Один жетон? Да что за рофл? Алмазов не так много, в принципе. Один? Опять один жетон? Что за прикол? Писец. Сколько там, 17 или 15 надо выбить-то? Да ну на... Опять один, да почему? Чё за прикол какой-то? 15, мне ещё 10, ёпт. Ну, давай. Один? Нет, точно не один, это уже хорошо. Так, ну 3 жетона, хорошо, окей. Давай ещё так же. Раз. И всё, да? Так, осталось, короче, у меня 6 еще жетонов. По одному собираю, тупо сижу. Хорош. Идеально. Вот так бы сразу. Все, 3 жетона остается, вообще пофиг. В принципе, тут 3 попыточки, да, это максимум, так понимаю. Ну, еще попыточка и еще попыточка, скорее всего, потому что, ну не даст мне сейчас 3 жетона сразу так. А нет, изич. Нормально. Что-то за 3 жетона ничего не выпало. Все по одному, по 2. Скин. Вы скажете, он фигня. Я скажу то, что торс просто великолепный, просто торс. Просто идеальный. Короче, я слил на него почти 2000 алмазов. Ну, где-то так. Мы его забираем. Это еще не все, потому что у нас еще есть что-то. Я видел то, что у нас вышло пополнение катаны, да? Так, это я забрал, это мы заберем. А, кстати, это надо будет другое видео снимать. Пополнение посмотрим и закончим видос. Да, она вышла. Вот такая вот катана жесткая довольно-таки. Прикольно смотрится. Все, всем спасибо, вы узнали сегодня, в принципе. Ага. В общем, ждите видос, там будет больше халявы. Все.